наверное, вот это и сказалось, что первая игра все-таки у нас сегодня была. Много желания, но из-за этого, как говорится, нас где-то захлестывало, много индивидуальных ошибок было, потерь невынужденных, неоправданных. Вот. А по счету, ну, мы не забили большинство, у нас было предостаточно возможностей. Мы его не забили, соответственно, сопернику дали шанс, дали возможность, он ею воспользовался. Вот и все, так игра и сложилась. Ну, удаляли сегодня, если честно, очень много. К счастью, сработала бригада меньшинства и бригада большинства. То, те ребята, которые, да, много играли в меньшинстве, практически не дали ничего сделать сопернику. И этого дорого стоит. Так, по движению, по игре, скажем, да, то есть при игре 5 на 5, я думаю, что была неплохая игра. Даже включая то, что это наша четвертая игра подряд, соперник первую игру играл в этом сезоне, ну, оставляет, да, желать лучшего, как говорится, наша, да, то есть... Дисциплина, которая при новых правилах много удалений получаем. Кто-то больше играет, кто-то меньше. И из-за этого, да, получается такой рваный темп. Ну, так ребята заслуживают, да, уважения. Выстояли в нужный момент и победили. Можно сказать, что накопилась какая-то усталость к четвертому матчу? Из-за этого какая-то... Ну, усталость, она, конечно, да, накопилась. Не то, что накопилась, она есть. Это было заметно по тем удалениям, которые сегодня были.